Предложение нашей стране о проведении фестиваля получило у участников крайне положительный отклик. Многие отметили, что Россия сегодня является примером активности во внешней политике, что делает проведение фестиваля здесь особенно актуальным. Руководство Всемирного фестиваля молодежи прибудет в конце текущего года для проведения оценочной встречи в Москве и Сочи. Уже известно, что во второй половине января в России пройдет совместное заседание Генерального совета и Международного союза студентов, на котором будет утверждено точное место и даты проведения фестиваля, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.